Привет, с вами Зон, и у нас миссия под названием «Сонная защита». Командование федеральными силами готовит массированную атаку на базу Южная Цитадель. Сегодня ночью, используя сложные погодные условия, ВМФ «Оскар» незамеченно вошел в Хастенфьорд. Для организации атаки необходимо произвести разведку. Система ПВО базы противника. Полетный план вы видите, и это что-то с чем-то. Нарисовано как-то жутковато. В составе одного перехватчика произвести взлет. Следует указателям по маршруту базы ПВО разведку. Разведка докладывает о повышенной транспортной активности на базе Южной Цитадель. Противник стягивает силы для обороны. И одновременно производит эвакуацию оборудования. Если нам удастся захватить это оборудование или хотя бы его гонки, наши ученые смогут значительно улучшить средства радиоэлектронной борьбы. При обнажении транспортов противника, двигающихся от базы, немедленно сообщите оператору сенсора. Контр-адмирал Уве Флинт Бергесон. Вот, для этой задачи нам опять понадобится перехватчик. Я думаю, как раз эти ракеты более подойдут. Альфа, разрешите взлет. Альфа-1. Взлет разрешаю. Задачи изменились. Thank you.
Альфа, разрешите посадку. Альфа-1, посадку разрешаю. Разведал, так разведал. Вражеский транспорт перевозил штабное командование Виллианской армии и оборудование оборонного комплекса. Восстановление такой потери противнику потребуется значительное время. Также довожу до вашего сведения, что командир танкового батальона майор Хан Сова подал мне на вас рапорт с требованием примерно наказать пилота за опасное маневрирование во время операции. Якобы ведя бой на сверхмалой высоте, вы сбили антенны с нескольких его танков. Наказание будет происходить сегодня в баре при офицерском клубе. Так держать. На этом сегодня все.